Известие о пожаре поступило на пульт МЧС в 6:40 утра. Загорелся один из крупнейших магазинов районного центра Чунского округа, после чего бригада спасателей отправилась на место. Сначала возле магазина работали лишь две автоцистерны и 7 человек личного состава. Спустя время площадь пожара дошла до 1080 квадратных метров. Пожар серьезный. По обращению мэра Чунского района был поднят пожарный поезд. Пожарный поезд принимает решение. В данном пожаре. Стало понятно, чтобы ликвидировать пожар, нужно больше ресурсов. Огонь перешел на соседнее здание торгового центра. Оба строения выгорели полностью. Бригада пожарного поезда сейчас отстаивает третье здание, чтобы на него не перекинулся пожар. По моим наблюдениям, вот нахожусь здесь, около 12 единиц техники и пожарный поезд задействован. Все пожарные расчеты Лисогорского и Чунского дивизиона находятся здесь. Спустя несколько часов пожар удалось ликвидировать. Данному пожару присвоен второй ранг. Задействовано выходит 9 пожарных машин, из них 2 автолестницы, 2 приспособленных машины и 5 АЦ. Также в помощь присланы дополнительные силы. Это пожарный поезд станции Чуна. На данном пожаре работает 32 человека личного состава. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания установит следствие. Дело на личный контроль взяли сотрудники прокуратуры. Александр Гаврилов. Новости сейчас при содействии телекомпании «Вести Чуна».